Будьте, дякую, з повагою вашої учениці, безкоштовної першої ступені. Для того, чтобы убрать долг, необходимо настроиться на то, чтобы его отдать. Что мешает? Это карма, страх какой-то, страх остаться без денег, страх остаться голодным, страх. Это кармический страх. Он преодолевается только действием и лишь решительным поступком. Безопасно ли находиться в Кировоградской области, Александрия, до конца войны? Да. Как лечить?